снова начали записывать ролики. Я этому очень сильно рада, потому что мне не нравится этот большой пробел от лета, и вот сейчас зима уже, это много сильно. А у нас было много чего интересного, и это надо было показать вам. Но у нас также будет много чего интересного впереди, но пойдем по порядку. 27 января. Весь еврейский мир праздновал День памяти жертв Холокоста. Наша община не осталась в стороне, и давайте же посмотрим, как это происходило. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. 73 года назад солдаты 1-го Украинского фронта открыли дверь на волю тем, кто выжил в аду одного из крупнейших нацистских комбинатов смерти – концлагеря Аушвиц-Биркенау – Освенцим. За время существования концлагеря в нем погибли от 1,5 до 2,5 миллионов человек. 27 января 2018 года в еврейской мессианской общине Ор-ха-Машиах прошло мемориальное молитвенное служение, посвященное Дню памяти жертв Холокоста. В этом служении принимали участие и молодежь общины. Хочу поблагодарить Бога за то, что Он сохранил свой народ, и Он помог ему пронести веру через все эти периоды жестокие. Сегодня у нас происходила здесь общинная молитва в честь памяти жертв Холокоста. И мы помним, и мы очень благодарны Богу за Его верность, за то, что Он сохранил Его народ. Я, конечно, молитва прошла исключительно. Я очень воодушевлен. И духовное воодушевление получил, и физическое. Давайте попросим прощения, чтобы Господь также и простил весь наш город. Потому что и в этом городе не только спасали евреев, но и вводили на уничтожение. Я очень был благословлен этой молитвой, и действительно что-то особенное Господь сделал в то время, когда я произносил молитву покаяния перед народом Израиля от лица украинцев. Чтобы народ Украины попросил, в моем лице попросил прощения у народа Израиля. Чтобы Бог Всевышний это видел и зачел нам это, как доброе дело. И в Иерусалиме, утешение свое найдет. Весь мир – театр, и люди в нем актеры, и каждый знает свою роль. Да, Шекспир знал толк в театре. Надеюсь, вы знаете, что у нас в общине есть наша театральная студия «Штеттлшпиль», и вы видели наши замечательные блокбастеры. Стучите, бейте в барабаны, трещотки подадут пример. Поведаем вам про Амана и дочь еврейскую Эстер. И какой умник это выдумал? Маршал! Да, умник и бюрократ. Ой, как же хорошо! Цыпленок жареный, цыпленок вареный, цыпленок тоже хочет жить. В этом году мы не остались в стороне. У нас тоже будет Пуримшпиль, и мы приглашаем вас в этот раз сыграть в нем. Так что, если вы хотите сыграть в этом Пуримшпиле, приходите ко мне, мы запишемся и поговорим с вами. В эту субботу молодежка. И ничего, 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 ничего плохого. Я приглашаю вас в субботу к нам на молодежку в 5 часов вечера на... по адресу Красный переулок, 12А. Мы вас ждем. Но не спешите уходить. Хочу напомнить, что 2018 год – это год веры, поста и молитвы.